А русские детки учат китайский. Ну-ка быстро. Ага. Здравствуйте все. Здравствуйте. Пойдемте. Давайте, ребята. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. И самое интересное, что когда мы ее привозили на самолете, и мы думали, что она сложнее перенесет. Сколько ей лет? Полтора года. Пойдемте. Морковку любит, да? Но главное не переусердствовать, чтобы она потом не была лошадь.